Одинцовские активисты «Единой России» приняли участие в донорской акции. Мероприятие приурочили к Национальному дню донора крови России. В этот день организуются масштабные акции по сдаче крови, в том числе и для военных госпиталей, где проходят реабилитацию участники спецоперации после ранений. Также принято чествовать почетных доноров и сотрудников станции переливания крови.